100 миллионов рублей выделила администрация НАО поселениям еще весной. Эти деньги в виде грантов пойдут исключительно на благоустройство. Что конкретно планируется сделать, нам рассказали главы поселений. Детские площадки в Омском сельсовете уже не редкость. По одной вижу Сейснапе, 4 в Оме. Этим летом в деревне поставят еще один городок. Муниципалитет выиграл окружной грант в 9 миллионов рублей. Долгожданные средства пойдут на информационные стенды с подсветкой, фонари и скамейки, новый плиточный тротуар. Словом, все, что нужно для комфорта населения. У нас уже плитка вот сейчас сегодня выгружается, плиточка у нас, да, тротуарная возле Дома культуры, уже пароход дошел, ее будут сейчас укладывать. Уборочная машина у нас тоже заказана. И вот детская площадка. У нас две в центре площадочки, одна в одном конце, другая в другом конце, да, и вот еще у нас там есть новые дома, которые для оленеводов построены. Мы хотим еще в том месте еще разместить детскую площадку. Ома – одно из 12 поселений-победителей конкурса грантов. Сумма зависела от численности населенного пункта и прошлогодних работ по развитию территорий. Так, в Тельвиске появится пункт сбора люминесцентных ламп, откуда их централизованно будут вывозить на утилизацию. Для массовых мероприятий администрация закупит туалетные кабинки. А еще в Тельвиске появится мостовая из брусчатки – аналог Наринмарского Арбата. Но пришлось бы решать по-другому, более сложно, через сессии собрания депутатов и так далее и тому подобное. Этот путь гораздо дольше. Но и то, учитывая нынешнюю экономию во все стороны, не факт бы, что нам эти денежки бы достались в таком объеме, предположим, даже. А тут как бы именно грант, именно под благоустройство, где мы готовим мероприятия, соответственно, на эти мероприятия нам средства выделились. В Коткино на выделенные 3 миллиона рублей планируют наконец-то привести в порядок систему вывоза мусора. Администрация заказала контейнеры, и теперь в селе будут осуществлять централизованный вывоз мусора, как в городе. Сейчас они сами их накапливают, потом мы по мере надобности заказываем прицепы в колхозе, прицепы выставляются, мусор собирается и вывозится. Это не очень удобно для населения, потому что где-то нужно им складировать, а тут удобно будет. Кроме того, в отдельных муниципалитетах на выделенные средства закупят снегоуборочную технику и оборудуют места хранения ТБО. В год 70-летия Победы практически все поселения проведут ремонты мемориалов, посвященных подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».